Всем привет, играем в Фазмофобию, соло профи Эчфилд. Хелен Андерсон у нас паранормальное явление, свеча сфотографировать призрака. Let's go. Записываю это видео. Это, наверное, первый раз, когда я сел записываться после стрима. Все, что мы с вами, все, что вы видели после стрима, выходило на канале, это я, соответственно, записывала еще до. Если вам интересно, я все еще болею. Не очень приятные симптомы. Похожие на одну известную вам всем модную нынче болезнь. О, Константин, здорово. Из прикольного то, что я была привита от этой модной болезни. Но что-то как-то это не помешало мне потерять запахи. Ты здесь? Ты здесь? Вот и сидеть дома, в общем, на самоизоляции, работать из дома, вот это вот все. Все еще не выздоровела полностью, в общем, сижу, страдаю немножечко. Поэтому если вдруг на этой неделе по какой-то причине видео будут выходить нерегулярно. Поверьте, я очень стараюсь, но кое-что может быть сильнее меня. В частности, мое самочувствие. Я нормально себя чувствую, как бы мне ок, но иногда накатывает прям такая слабость, апатия и все такое прочее, что ну прям беда. Я постараюсь выпускать в том же темпе, в тех же объемах, то есть по 2 видоса в день, но если вдруг что-то не выйдет, не волнуйтесь, я просто заленилась. Такие дела. Давайте узнаем, где призрак. Это, в общем-то, весь автоп. Просто заранее предупреждаю. Какая комната твоя? Так, ну, я примерно поняла. Это Girls Bedroom, пойдемте смотреть. Пойдемте смотреть. Из хорошего чего? Я купила микрофон. Спросите, где он? Он стоит тут рядом. Огромный, хороший. Так, а что здесь Girls? Это Boys, да? Вот это? Это туалет. Ай. Это что ли? Ты здесь? Нет, по-моему, не это. Вот это, наверное. Ты здесь? Ну, туфли я вижу. Туфли разбросаны. Туфли разбросаны, лето, три полоски накид. Так, ну чего, давай пообщаемся. Ты здесь? Ты здесь? Ну, радио, давай. Радио. Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Дай мне знак. Дай мне знак. Я примерно поняла, что не хочешь общаться. И картину уронил. Все ясно. Микрофон куплен. Хороший микрофон. Чудесный. Записывает все, что хочешь, в радиусе нескольких метров. Но, как оказалось, я не могу использовать с ним вот эти свои наушники, потому что у них вход USB-шный, а ему нужен вход стандартный 3,5 мм. Вот. И оказалось, Хелен, что чтобы, в общем, добавить мне наушники в ноутбук, у меня просто нет лишнего разъема. Разъемы кончились USB-шные. Поэтому я в скором времени куплю себе наушники просто с джеком, обычные втыкачки такие. Вот. И буду записывать уже с новым микрофоном. Вот такой план. План такой. Так, что тут у нас с теплом? Подожди, а может ванная? Топнул он там. Так, ну пойдем. Что-то у нас еще паранормальное явление, да, и сфотографировать. Диван.
Так что как только у меня будет и микрофон, и наушники, которые можно будет в него втыкать, фига у меня камер сколько, я наконец буду снимать с хорошим звучком. Я уже потестила, он прям фигачит как надо. Можно песни петь, можно играть на музыкальных инструментах, какие-то тут лайв-сешны делать, вообще все, что хочешь. Так. Давай вот так, наверное. Бахнем. О, ладоха. Так. Кстати, ничего нету. Может, он, правда, в ванной? Ну, топнул здесь, на самом-то деле. Это не минусовая была? Показалось. Так, это выключаем. Это выключаем. Это лежит, никому не трогаем. Никому не трогаем. Всем остаться на местах, никому не трогаем. Чуть-чуть голос у меня подсел, вроде бы как. Не знаю, заметите ли вы. Возможно, мой микрофон не передает таких тонкостей. Свечки потушил, да? Арбы не видно, сейчас эту камеру переставим, и еще одну поставим, чтобы она в ванну смотрела. У нас по уликам получаются отпечатки. МП берем, конечно же, и камеру тащим. Какие-то странные у него графики, 67%. Непонятно. Что-то подъедает мне рассудок, если честно. А, я же по доске поговорила. Тогда не подъедает. Тогда все честно. Тогда все честно, это абсолютно честный призрак. Так, вот так вот. А вот эту? Ага, дай, вижу. Вот так. Это сюда. Это в руку. Блокнот он написал. Получается, если у нас отпечатки, если мы видим МП5, то это нам выдает Рева. Если честно, похоже, МП5, дух ревенант. А дух радио, да, небось? Да. Если честно, больше напоминает, конечно, ревенанта, чем духа. Пам-пам-пам. Про нормального ничего не было. А, что я смотрю? Что я смотрю? Мне не надо смотреть. Мне теперь надо... Мне теперь надо. Я, знаете, наверное, таблетку выпью. На случай, если это ревенант, нам атака сейчас вообще не нужна. А нам его нужно еще фотографировать. Это прям дополнительная головная боль. Что, третья? Две камеры. Понял. Поэтому сейчас отнесем еще один блокнот. Сейчас пока сходим там, сфоткаем Константина. Вот это вот все, доску, может быть, притащим наверх. Да, кстати, на доске можно МП5 как раз потестить. Неохота, короче, неохота, а охоту, так скажу. Это что сейчас было? Не показалось ли она тут появлялась? На кровати прям. Ну, как бы ладно. Появлялась. Пойдемте Костю сфоткаем. Так, а Костя был в подвале, точно.
А доска была в этой, в подсобке. Чпоньк. Сказала себе, сама себе сказала, что доска в подсобке, и пошла мимо. Так. Ну что, сейчас будем провоцировать ревенантишку, чтобы он нам МП5, так сказать, предоставил. Будьте любезны. Мы тут что, должны угадывать, что ли? Так. Ей не очень нравится эта идея. Какая комната твоя? Как давно ты умер? Так, ну чё, будет сейчас атака? Наверное, не будет, наверное, не успеется разрядиться. Ну, у нас получается ревенант. Из плохого, нам его надо фотографировать. А у нас с вами ревенант. В этом основная сложность. 62. Блин, ну я не знаю. Все зависит от спавна, конечно, но полагаться на спавн. Блин, давайте так, давайте я выпью еще таблетку. Берем чистую камеру. И Хелен Андерсон, да? Сейчас пытаемся Хелен Андерсон просто наорать на нее, как-то заставить ее показаться. Как бы, если это не поможет, то тогда по доске разрядимся и, ну, попробуем пережить атаку, потому что иначе я не понимаю, как нам это самое. В блокнот ты будешь писать, нет? Мать. Хелен. Хелен Андерсон. Так, а этот зажигалку я не приносила, да? Не приносила. Так, это можно сфоткать. Что тут еще потрогало, расскажи мне. Здесь двери трогала? Ага. Ты даже тут находишься. Так. Хелен Андерсон. Хелен, дай мне знак. Хелен. Хелен, покажись. Хелен Андерсон. Хелен, покажись, напиши в блокнот. Два раза. Хелен. Хелен, покажись. Хелен. Хелен. Че, Хелен, кстати, бабка будет? Бабка или порезанная девчонка? Ты хорош. Хелен. Хелен Андерсон. Хелен, покажись. Дай мне знак. Хватит дышать в меня. Хелен Андерсон. Хелен. Блин, страшно, конечно. Если что, я вот сюда вот прям вбегаю. Или не вбегаю. Ну, надеюсь, что вбегаю. Хелен Андерсон, покажись. Хелен. Хелен Андерсон. Хелен. Хелен. Я сфоткала, побежали, побежали. Вы видели, как она это через кровать перемахнула? Фотка, кстати, прикольная. Она как будто бы в шляпе. У меня как будто бы шляпа с такими, знаете, с небольшими полями. Но она мне столько надышала в лицо. Прям капитально.
Ну, смотрите, можно сказать, что чистенько. Две таблетки, правда, пришлось выпить. Но зато абсолютно без риска. Все заполнено. Ревенант повержен. Деньги за фотографии получены. Я считаю, это как бы, ну, то, ради чего мы тут, охотники за призраками, работаем. Поэтому... Ревенант 280. Нифига себе. А что так много мне? Так много мне никогда еще не давали. Видимо, такие замечательные фотографии, что начальство расщедрилось на 280 баксов. Ну, вот такая вот, в общем, каточка. Не опасный совершенно. Ревенант у нас попался. Хелен Робинсон. Или как ее там звали? Андерсон, да? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.